Наверное, желание стать врачом передалось мне генетически. Мама врач, дед военный врач. Моя профессия течет по моим жилам. В 7:30 мы на рабочем месте, в 8:20 у нас обход, в 8:50 клиническая кафедральная конференция, где мы обсуждаем пациентов уже на уровне кафедры и клиники. Потом мы расходимся в операционные, и в среднем это 4-5 операций. Непосредственно перед самой операцией еще раз я определяюсь, правильно ли я выбрал тактику, и если у меня остаются сомнения, я обязательно посоветуюсь со своими коллегами. Это абсолютно нормально. Если у моих коллег есть сомнения, я не премину воспользоваться консультацией своих друзей в других городах и даже в других странах. Это абсолютно нормально, потому что основная цель – дать лучшее нашим пациентам. После операции я прокручиваю каждый из этапов и думаю, все ли я сделал как нужно. Ответственность за исход той или иной операции, естественно, лежит на хирурге. Осложнения возможны. Осложнений нет только у тех хирургов, которые не оперируют. Проблема в том, насколько вовремя ты готов поймать осложнение, которое еще не развилось, или же оно развивается прямо сейчас, и насколько грамотно ты выходишь из него. И в этом, мне кажется, основной профессионализм врача. Мы ведь все люди разные. Я очень переживаю за пациентов, пытаюсь войти в их положение. И когда что-то идет не так, я переживаю вместе с ними, и порой мне кажется, что я переживаю больше них. И в этой ситуации моей отдушиной является спорт. Это бокс. Он дает очень хорошую разрядку. Надо сделать пациента здоровым не на год или 5 лет. Надо больше. Обуздать болезнь можно только наступая по всем фронтам. Может быть, не все хирурги меня поддержат и согласятся с этим, но я убежден, что медицина сегодня двигается в сторону превентивной, в сторону предотвращения. И завтра можно будет предотвращать развитие тех заболеваний, которые сегодня нуждаются в очень сложных и трудоемких хирургических вмешательствах. Это круто, когда ты работаешь с единомышленниками, с теми, кто, как и ты, понимает, мир меняется стремительно, и мы не можем отставать. Наша гордость – приложение для профилактики и борьбы с рецидивами с мочекаменной болезнью. На прошедшем американском конгрессе это приложение было отмечено как прорыв в IT-технологиях в плане мочекаменной болезни. На сегодняшний день таких проектов превентивных, направленных в сторону пациента не для привлечения его в операционную, а напротив, держать пациента подальше от операционной. Таких проектов на сегодняшний день в стране единицы, и это печалит. Мы ведь не волшебники, и не всегда получается как надо. И вот в эти тяжелые минуты хочется повесить халат и оставить медицину раз и навсегда. Но приходит утро, и ты понимаешь, что другим пациентам нужна твоя помощь, что мы не боги, мы не всесильные. Но мы обязаны каждый день развивать себя, каждый день обучать себя для того, чтобы давать лучшее, что мы можем нашим пациентам. Я думаю, что я буду следовать этому пути до конца своих дней.